Игрушки – взрослые увлечения для маленьких детей. В Центральной городской библиотеке открылась выставка авторских игрушек «Секреты простого волшебства». Авторы и создатели – трое художников-декораторов театра драмы. Первые посетители, они же самые главные потребители рукотворной продукции – дошколята. Сначала оставалось свободное время на работе. Сделали маленькую игрушечку из остатков ткани. И коллегам, и друзьям так понравилось, все попросили сделать такую же в подарок. Так и пошло увлечение вот такой игрушкой. Сейчас изготовление одной игрушки занимает от нескольких часов. Некоторые персонажи так и рвутся появиться на свет до нескольких дней. Декораторы – мастера на все руки. Сами шьют, вяжут, плетут из бисера. Буквально каждый лоскуток, который остается в театре, рукодельницы готовы превратить в игрушку. Вдохновить на создание персонажа может хорошее настроение, солнечная погода или улыбка малыша. У нас, конечно, тут представлены разные игрушки. Очень много кофейных, ароматизированных игрушек, которые, значит, покрываются кофе. И потом я вот люблю очень расписывать вручную, то есть акриловыми красками потом делаю различные рисунки. Игрушка в руках ребенка, рассказывают мастера, обретает смысл и жизнь. Каждый персонаж здесь сшит не только для любования, но и для игры. Авторы выставки уверены, интересно здесь будет и взрослым. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.